Фу, блин, что я пишу-то? Сегодня я буду выходить в эфир каждый час, без 20 час, ну, без 20 какое-то время. Так сейчас без 27 утра. Без 28 я работаю и жду завтрак. Через 20 минут. Время летит с неумолимой силой. Какой-то очень странный эксперимент. Время летит просто пулей. Ощущение, что действительно 3 минуты назад я записывал видео, а уже прошел целый час. Я на машине времени путешествую через сегодняшний день. 78-й день без 20 сигарет в день и практически без 20 дней до окончания студневки. И сейчас без 20 11. Без 20 это может быть название для флешмоба, там, хэштег. Ну, а тема, что я не курю без 20, то есть без 20 сигарет все. Без 19. Без 22. Интересно, как долго она так пролежит. И, возможно, это будет второй день спектакля, там, 28 или 29. Кстати, насчет вырубания. Раньше, когда я курил, меня бывало вырубало днем. И не зависит от сна, можно поспать много, а потом днем вырубает. Какой-то штырь вытащили, просто обмяк. Хоть на 20, на 30 минут, но... А вот кто-то, по-моему, до сих пор курит и его вырубает. И ее. У меня ощущение, что сегодня каждые 5 минут я включаю камеру, чтобы сказать без 20. Без 25. Без 26. Время иногда тянется, а иногда летит. Сегодня тот день, когда оно летит. Я сутки ждал эфира Семенюков, театр Семенюки. И он прерывается, перебои в сети. Без 27. Без 29. Вот так вот записывать раз в час, это почти как выйти покурить. Без 20:10. Возможно, это мой предпоследний выход в эфир. Из чего котлета? Из чечевицы. Совершенно потрясающе.